Бухгалтера Сырымского районного отдела образования осудили на 7,5 лет. Бюджет организации казначей расхищала не один год и в результате присвоила 31 миллион тенге. В Сырымском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера местного отдела образования Акинже Кушаевой. По версии следствия, она в течение продолжительного времени расхищала бюджет. Размер ущерба оценили в 31 миллион тенге. Вина подсудимой была доказана. В ходе расследования она полностью возместила причиненный государству ущерб и просила суд не лишать ее свободы. Прокурор запросил для женщины 8 лет лишения свободы. В результате ее осудили и лишили права работать в государственных и квазигосударственных организациях. Акинже Кушаева совершила преступление, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата веренного чужого имущества», то есть с признаками хищения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без конфискации имущества. В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.